Сотрудники Госавтотехнадзора совместно с отделом торговли районной администрации постоянно выезжают с проверками для выявления незаконно установленных нестационарных торговых объектов. Особенно много желающих торговать нелегально в летний-осенний период во время урожая овощей и фруктов. Появляется множество торговых навалов вдоль дорог, у магазинов, во дворах домов. Только за один рейд инспекторы обнаружили 6 самовольно размещенных нестационарных торговых объектов. Инспекторы территориального отдела в рамках ежедневной надзорной деятельности проводят мониторинг территории поднадзорной и выявляют незаконную торговлю. На Каширском шоссе и Володарском шоссе выявлено 6 нестационарных объектов, самовольно размещенных. Предприниматели привлечены к административной ответственности. При повторном нарушении сумма штрафа, которая изначально составляет 8 тысяч рублей, увеличивается. Но не всегда штрафы пугают нарушителей закона. В таком случае представителям надзорной службы приходится действовать иначе. Инспектор выдает предписание об устранении выявленных нарушений. В случае неисполнения этого предписания инспектор передает мировому судье материалы дела. Сотрудники Госавтотехнадзора будут продолжать бороться с нелегалами, ведь приобретенные продукты на несанкционированных торговых точках небезопасны для потребителей.